Кем ты был? Номер обслуживания... Короче, минометчик. Минометчика 120 миллиметров. Что вы делали? Мы выезжали на позицию в поле, раскладывали 120-й миномет. И что делали? И стреляли по координатам, какие нам назначил СОП. По координатам в сторону чего? По координатам, которые нам назначил СОП. Ну, направлены минометы куда были? Минометы были направлены в сторону города Мариуполя. А, ты понимал, что вы стреляли по жителям Мариуполя? Понимал, но я был на наркотиках. А? Понимал, но был на наркотиках. Ну, да, ну а ты в реальности понимал, что там люди, что там дети? Что с этого с поселка Зари, там рядом находится Павлополь, Орлова, Гнутова, что ты стрелял по людям, которые были на подконтрольной вам территории, ты это понимаешь? Да. Тебе похуй было? Нет. А нахуя ты стрелял? Потому что... Приказ нужно было выполнять. Кто приказы отдавал? СОП. А? СОП. Кто? СОП. Старший офицер батареи. Уважаемые украинцы, я военнослужащий воинской части А-31-60 города Нежина, старший сержант Синяк Антон Александрович. Я сержант Саренко Юрий Иванович, военнослужащий Збройних сил України, військової частини А-31-60 город Нежин. Я Старсий Вен Улдисович, военнослужащий Вооруженных сил Украины, воинской части А-31-60 города Нежин. На данный момент находимся в плену. Военнослужащие Российской Федерации относятся к нам с уважением. Предоставляют нам теплую еду, обеспечивают медикаментами, теплыми вещами. Дорогие братья и сестры, давайте сложим оружие. Мы не хотим видеть наших близких и товарищей мертвыми. Мы за мир. Сломана нога, да? Сломана нога. Из багажника или что? Офицер есть? Отходи. Можно больше не буду смотреть. Это издевательство. Я не знаю даже, как это назвать. У меня просто нет слов. Я увидел, да. Ну что ж, мрази есть везде. Я считаю, что это неправильно. Пленные есть пленные. Что это вообще на видео? Их можно вообще людьми назвать? Нет. Началась стрельба. Сразу в броник прилетело мне. Я упал, получил ранение. И уже сдался. В плену со мной обращались замечательно. Если бы мне не оказали хорошую помощь, то, может быть, я не ходил бы. Могли бы и ногу отфигарить. Относятся по-человечески. Нас положили 40, всех 40, вот нас трое осталось там. Получил ранение, и меня оглушило, я потерял сознание. Сразу же мне понравилось, что пацаны сразу же, как только они меня приняли, они сняли с меня бронежилет, и они мне сразу же в первую очередь переложили жгут и эвакуировали. Кормят, все, делают перевязки регулярно. Жалоб нет никаких. Говорили, типа, лучше в плен, типа, разведчикам и артиллеристам не попадать. Что, типа, они не выживают и их добивают. В принципе, ну, уже сколько дней я живой, здоровый. Меня могли так же самое не брать в плен. Мы могли там же само положить просто. Будьте людьми чести. Просто поступайте по чести. По-другому никак. Это все-таки братский народ. Наши командиры заставляли нас, был приказ стрелять на поражение любого движущегося человека, без разницы, мирно это не нужно. Потом, в какой-то момент привезли туда людей, там были и женщины, и мужчины. Много людей, на чем привезли? Не знаю, какой-то автомобиль, не рассмотрел, там разруха такая была полная. Люди, которых привезли, были с повязками, с белыми. Это были жители Рубежного. Всех выстрелили перед нами, и нам был отдан приказ всех их расстрелять. И их хотели расстрелять за то, что было сделано, якобы было сделано в Буче. Мы отказались от этого страшного приказа, так как мы не можем расстреливать мирных. Это был очень страшный момент.
за отказ от приказа нас посадили в яму в этом же гараже. Мы там сидели, не знаю сколько, день-два. Нам была представлена охрана. Охрана из числа кого? Из числа тех же людей, которые привезли этих людей. То есть не ваша, не Нацгвардия, не ВВСУ? Нет, не Нацгвардия, не ВВСУ. Люди были с националистическими какими-то повязками. Какие-то подразделения, добробаты, я так понимаю, я честно. Ночью так получилось, ребята расслабились, выпившие были. Мы их обезвредили и чудом убежали на сторону Рубежного, там где находились подразделения или Луганская народная милиция, не знаю, как называются, там опознавательных знаков не было. И сдались в плен. Перебивали, нас было 8 человек. 8 человек перебивали мы под обстрелами, так как увидели, что мы бежим. Стреляли из разного стрелкового оружия. Двое были убиты, один ранен. Раненого мы с собой забрали, вытащили. То есть стреляли с украинской стороны? Да, стреляли с украинской стороны. В спину? Да, в спину стреляли убивающего. Мы были, как были, без брони, без ничего. Перебивали, уже сдались и бежали в сторону позиций через наши. 3 человека пробежало, а меня наш с автомата и подбил. Ребята, это очень страшно. Это страшно, что здесь происходит. Здесь людей хоронят во дворах. Здесь разбомбленные дома. Здесь от Рубежного мало чего осталось. Не идите сюда. Оставайтесь лучше дома. Дидик Роман Викторович. Дидик? Дидик Роман Викторович. Год рождения? Год рождения 1990. Призвался, мобилизировался месяц назад. А Национальная гвардия 3036 часть. Прошли обучение месяц. Нас отправили, приказали убивать мирное население. И мы просто в шоке с того, где мы и что мы. Мы вообще не понимали, что мы приедем в такое место и нам придется такое делать нам вообще. Сначала я приехал в военную часть, в Яву, пробыл там несколько дней. После этого мы уже нам выдали бронь, выдали одежду, и мы уже поехали сюда, то есть в Северодонецк. Ну, изначально мы не знали, куда мы едем. Я думал, что мы едем куда-то в Киев, либо в Харьков. Нам не говорил, даже водитель не говорил, я лично спрашивал. Ну и приехали уже сам в Северодонецк, и то я даже не знал, что я, сразу я не узнал, что я там нахожусь. После этого, мы пробыли там несколько дней, и, я лично там просто занимался, просто дежурил, караулил. Нашел вот такую бумажку, где призывают сдаться. То есть сложить оружие и просто добровольно сдаться. Я прочитал эту бумажку, но я просто отложил ее. Вот. Ну и потом нас уже окружили войска. И наш командир, он просто убежал. То есть командир вышел якобы посмотреть, вышел на улицу, там буквально метров на 30 отошел, там посмотрел. Ну я предполагаю, что он увидел там, что вот уже нас почти окружили. И он даже не вернулся к нам, чтобы нас предупредить, там, убегайте, ребята, что-то такое. Он даже не вернулся, он просто убежал, не выходил, у него была рация с собой, он не выходил на связь минут 15-20. И уже потом, спустя 20 минут, он включился в рации и говорит, что я ранен, я там убежал. Туда-то, я даже не знаю, куда. И, то есть, получается, он просто убежал. Он бросил нас, оставил нас, у нас было 16 человек осталось. Нас окружили, и после нескольких часов мы решили все же, вот, я вспомнил про эту бумажку, и мы решили сдаться. Вот. Ну и я хотел бы призвать, чтобы,
призвать сложить оружие всех, чтобы типа, не было больше кровопролития и ну, чтобы не было никакой войны, потому что война это плохо. Расскажи, как поступают с теми, кто хочет сложить оружие? Начальство, если узнаешь, что кто-то собирается на лыжи встать, пристегивают цепями батареи к столбам, оставляют автомат, чтобы отстреливался. Чтобы всем остальным неповадно якобы было. Колонной бывшие военные ВСУ идут по аллее ангелов в Донецке. У мемориала погибшим детям кто-то пытается рассмотреть имена, а кто-то просто опускает голову. Тут просто нечего сказать, тут даже слов нет. Не хватит их слов, чтобы... Прощения тут за такое обращение не прощают. Если бы я решил со своего ребенка, я бы не простил бы. Говорили, что воюем с Россией. Пожалуйста. А как теперь вы считаете? Ну, теперь я считаю, что просто нас предали и кинули. Что бы вы сказали тем, кто сейчас в рядах ВСУ? Ушлют нахрен в ВСУ. Когда вы вернетесь к себе домой, чем будете заниматься? Точно не армией. Любая работа не армия. Но именно отсутствие работы, говорят эти люди, и заставляет украинцев идти воевать. Одни думали против России, другие против якобы оккупантов. А некоторые даже не интересовались, что на самом деле происходило в Донбассе. Нормальные деньги платят все дела. И вот так вот оно и получилось. Никто же не знал, что будет. И нам ничего не говорили. Но вы сказали, что вы только полгода назад пошли на службу. Все это время, столько ужаса в интернете, это невозможно не увидеть. Неужели вас не дрогнула рука взять действительно в руки оружие и прийти сюда воевать? Видел, конечно. И у вас не было даже мысли о том, чтобы уйти все-таки? То, что я уйду куда-то, меня просто послали куда-то. Скажу, забежал. Ну так, конечно, это стыдно. Стыдно так вот приехать на свою землю и смотреть, что мы натворили. А не каждый шел туда стрелять по детям, по жилым секторам. При этом все военные, что добровольно сдали оружие, подписали документ и обязались больше не воевать против жителей Донбасса. В ДНР находиться они будут до окончания конфликта.